Всем привет, дорогие друзья! Снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Мало кто знает, что у меня есть второй канал Шустрый Микс. Ссылочку оставлю в описании. Проходите, смотрите. Я готовлю вкусные соусы, заправки и даже напитки. Заходите, друзья. Сейчас хочу поделиться рецептом приготовления вкусного ужина, друзья. Это будет курочка с картошкой. И как я мариную курочку, как я подготавливаю картошку, вы должны это увидеть. Начинаю готовить. Поехали. В первую очередь нам нужно замариновать курицу. Здесь у меня 4 окорочка. Я их разрезал на бедра и на голени. Добавляем специи. Окорочок я полностью почистил, помыл. Нам понадобится 1 столовая ложка копченой паприки. Молотый кориандр. Столовая ложка без горки. Сухой чеснок, пол столовой ложки. Также добавляю смесь перцев. Добавляю 1,5 щепотки соли. И еще один интересный ингредиент, это сок, апельсиновый сок. Буквально 3-4 столовые ложки. И хорошенечко нужно промассировать каждый кусочек. Накрываем пищевой пленкой и отправляю в холодильник на 8 часов. Курочка замариновалась ровно 8 часов. Очень ароматная, аппетитная. Курочка готова. Приступаем к картошке. Картошку помыл, почистил. Теперь добавляю специи. Я готовил на канале Шустрый Микс адыгейскую соль. Очень вкусная, ароматная. Очень часто пользуюсь. Это уже, наверное, третья порция. Ссылку оставлю в описании. Добавляю 1/2 столовой ложки к картофелю. Обязательно картофель нужно смазать или подсолнечным маслом, оливковым. Или, как я, добавляю майонез. Примерно 1 столовую ложку. И хорошенечко это все перемешиваю. Картофель у меня не крупный, поэтому оставляю ее целиком. Друзья, если у вас очень крупная будет картошка, обязательно ее нарежьте, как вы хотите. Там, на 3 части, 4, 6, 8. Все зависит от вашего взгляда, вкуса. И отправляю картофель в форму. Курочку также отправляем в форму. Маринад, который остался у нас от курочки, отправляю в форму. И сверху накрываем фольгой. Ну все, друзья, отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 190 градусов, при конвекции примерно где-то час-20. Я знаю, что я многих не удивлю этим рецептом, но... Тот, кто не пробовал курочку именно с дополнительным, с добавлением апельсинового сока, друзья, курочка получается очень нежная, вкусная и по вкусу, конечно, немного другая. Готовьте. Проверяем картофель. Если картофель мягкий, курочка уже готова, значит фольгу нужно снять и дать еще 5-10 минут, чтобы образовалась красивая корочка. Откладываю мясо чуть-чуть в сторону, чтобы набрать в первую очередь картофеля. В первую очередь пробую курочку. Друзья, курочка промариновалась 8 часов. У нее есть очень интересный вкус. Я бы сказал, даже есть немножко такой оттенок апельсина. Ну, очень вкусно, друзья. Обязательно замаринуйте именно таким маринадом, как я приготовил. Пробую курочку. Картошечку.
Просто бомба. Я уверен, что такой ужин многим понравится, оценит. Друзья, кому понравилось, конечно же, лайк, подписка. Делимся с друзьями. Я прощаюсь с вами. До следующего видео. Всем пока.